Однажды по телевизору Артур увидел выступление известного российского аккордеониста Петра Дранги. Вспоминает, подошел к маме и сказал: «Я хочу играть, как он». С сентября 11-летний мальчик уже учился в детской музыкальной школе Новоалтайска. После поступил в колледж по классу аккордеона. Параллельно поступил и в вуз на юридический. Сейчас Артур получает два очных образования и не знает, чему в будущем отдаст предпочтение. Пока перетягивает музыка. Это может быть веселое, опять же, виртуозные произведения, и это может быть какая-то лирика, о чем-то погрустить. И предпочтение отдаю эстраде, и побеждаю ее на конкурсах только в эстрадной музыке. Классика, по крайней мере, пока у меня не очень хорошо идет, потому что это все-таки определенное состояние души классической музыки. Любой уважающий себя исполнитель Артур очень трепетно относится к своему инструменту. Этот аккордеон подарили родители на второй год занятий музыкой. Тогда он казался парню вполне обычным и только с опытом понял, что аккордеон уникальный. Он родом из Италии и не из дешевых. Потому на нашу просьбу исполнить что-нибудь Артур согласился не сразу. Ведь погодные условия не самые благоприятные для игры. Но в порядке исключения музыка звучит. На международном конкурсе в Италии в своей номинации Артур стал вторым, уступил преподавателю Новосибирской консерватории. Третье место досталось исполнителю из Бразилии. Говорят, хорошую конкуренцию составили китайцы, но только в классической музыке. Эстрада не их конек. Преподаватель Артура считает, что у парня хорошее будущее, ведь в отличие от других у него есть несколько сильных сторон. Открыт для слушателя, то есть внешне очень такой позитивный парень. Улыбается на сцене. Достаточно хороший багаж технический. Елена Кузовкина, Александр Морозов, информационный канал «Город».